Всем привет. Не знаю, многие ли заказывают из Китая. Да, в принципе, наверное, многие. Но с 1 февраля у них начинается Новый год. С чем мы их, собственно говоря, и поздравляем. И продлится данный праздник у них аж до 12 февраля. Ну и, следовательно, до 12 заказы делать нецелесообразно. То есть они будут висеть до отправки аж до 12-го. Но лучше всего заказы делать после 17-го. 17 февраля. Когда и почта, и сайты начнут нормально работать. И ваши посылки начнут доставляться и отправляться вовремя. Вот такая вот маленькая информация для любителей заказать в Китае. Ну а китайцев с Новым годом! В общем, как-то так.